Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы в клинике Мегаполис Дент. Это Юлия Волкова. Юлия, в чем особенность клиники? Здравствуйте! Наше основное направление – это пародонтология. Мы предлагаем лечение сложным пациентам. Кто такие сложные пациенты? Сложные, которые приходят с вопросом «помогите», «спасите», «пролечите пародонтит», только ничего не удаляйте. Пародонтит лечится? Лечится. В 95% случаев он лечится. Лечение успешно, и если есть возможность спасти зубы, мы сделаем это. То есть имплантация не панацея? Для сложных пациентов нам нужно иногда удалить зубы, и имплантация не всегда панацея. Имплантация не панацея. В чем риск? Риск развития переимплантита у пациентов с пародонтитом тяжелой степени. Что удалять, что сохранять, мы обсудим на моем курсе. Приходите, пожалуйста, учебный центр «Мегастом», 23 октября.